Привет, привет! Сегодня будем готовить тесто. Для этого нам надо муку, тосты, соль, сахар, молоко, масло. Приступим. Высыпаем тосты. Высыпаем соль и мясо. Высыпаем сахар. Все перемешаем. Вливаем молочко. Тесто почти готово, уже осталось масса. Тщательно перемешиваем. Согреваем пакетом. Попью потом тесто писать. А пока я буду спать, отдыхать. А когда проснусь, буду готовить пить. Буду готовить пиццу. Давайте посмотрим, кто сейчас получилось у нас. Какой это? Какой-то не знаю. Какой-то чисто. Получилось пушистое тесто. Откатываем тесто. Масляным соусом. Откатываем капусту. Ничего. Пойдем-то помидорку. Пойдем помидорку. Сверху посыпаем сыром. Все это запечем. Не хотите, то все кости я вас... Видите, Лукас?